Всем привет! Сегодняшний видеоурок посвящен изменению тональности пальцами. Для этого нужно взять ваган так, чтобы освободить большой палец. Подушечка пальца начинает утопать между дек с разной силой и в разные получается места. Можно вот двигать. Начинаем играть без нажатия, а потом с нажатием. И дышим ртом. Вначале будет получаться не очень мощно, к этому надо прийти и бить по язычку почаще. Лучше еще научиться играть две стороны. Вначале нужно попробовать одну тональность менять, потом уже две с разной силой нажатия, либо в разные точки. Потом можно задействовать указательный палец. Вот таким образом можно наловчиться и сделать разные тональности и играть как на бас-гитаре. Если вдруг кто-то не понял разницу звука, давайте послушаем без изменения тональности и с изменением. Это без, теперь с. Вот, и также можно потренироваться, делать очень много разных тональностей. Вначале может получаться не совсем эффектно, но со временем вы услышите очень мощный результат.